Вот, ребята, сегодня мы с вами снова выучим букву. Царевна, смотри, почему шимпанзе плачет? Ой, ты чего тут плачешь? Как тебя зовут? Привет, я шимпанзе, и я потерялась, заблудилась, и я очень хочу домой. Не плачь, мы обязательно что-нибудь придумаем. Да, но сначала мы с вами выучим новую букву. Букву Ша. Смотрите. Сейчас я покажу, как пишется эта согласная буква. Палочка раз. Палочка два. И еще одна палочка. А теперь соединяем. Шипящий звук. Ш-ш-ш. Ой, и шимпанзе тоже на букву Ша. Ой, а я знаю, как отправить тебя домой. Правда? И как? Я нарисую волшебный воздушный шар, и ты сможешь на нем улететь. Для того, чтобы нарисовать волшебный воздушный шар, мне понадобится фломастеры и, может быть, гуашь. Посмотрим. Чтобы нарисовать ровный круг, мне понадобится что-нибудь круглое, чтобы можно было обвести. Возьму скотч. Отлично. Теперь обвожу. Оп! Здорово! Теперь я возьму линейку и нарисую вот такую корзинку. Царевна, какой красивый воздушный шар у тебя получился. Шар на букву Ша. Правильно, и теперь шимпанзе сможет улететь домой. Спасибо тебе, царевна. Я обязательно напишу тебе, как долечу. Пока. Ну вот, шимпанзе забыла свою шапку. Ничего страшного, зато мы успели выучить новую букву. Кстати, шапка тоже на букву Ша. А сейчас самое время спеть про нее песенку. Швабра лихо пол помыла, стала чисто, очень мило. Целый день она шагала, шибко маме помогала. Это буква Ша и шишки, шарики и шоколад.
В этом доме под диваном даже шахматы лежат. Даже шахматы лежат. Шкаф на швабру смотрит строго. Ты меня помой немного, вместе с шарфом и со шляпкой. Но шкафы же моют тряпкой. Это буква Ш и шишки, шарики и шоколад. В этом доме под диваном даже шахматы лежат. Даже шахматы лежат.